За эти два дня нет, конечно, это два дня, это все на бегу, поделать последние какие-то дела и решить какие-то вопросы, то есть два дня, скажем, практически без такого, ну, отдыха, да, но с такими делами тоже, да, надо заниматься, и про тренировки тоже, конечно, не забыл. Тренер Юрай Санитра на эти 2-3 дня дороги, что вы делаете? Главное задание было, как он сказал, не заболеть, не заболеть и приехать полностью здоровым и готовым к этому.
Вы с ним пересекаетесь, я ему звонил, он, по-моему, там через Вену перебирается. Как ну, я на самом деле не знаю. То есть у вас место встречи уже с тобой? Скорее всего, да. Сереж, если говорить вот по результатам сбора и вообще подготовки к сезону в целом, вот если сравнишь свое функциональное и психологическое состояние перед Остерсундом в прошлом году и в этом, чем разница? Но, на самом деле, даже разницы год от года нет, ну, то есть, да, в состоянии, когда там прогресс есть, да, как ты себя чувствуешь, но все равно это всегда такая себе загадка, когда едешь на первый старт и просто, на самом деле, не знаешь даже, чего себя ожидать, и надеешься только на это. Ты о своей бронзе с Калининградской на чемпионате уже забыл, или по медальку запрятался уже? Я ее забыл уже на следующий день, уже на позиции, поэтому... То есть это уже было, прошло, это хорошо, это, конечно, отличное достижение, но надо идти дальше, есть куда стремиться, есть куда еще развиваться. У нас вчера в гостях был Саша Жирный, там полчаса записывал интервью, я его пытался расколоть на какую-то информацию по составу, там, да, там, на эстафету, там, на одиночную смешанную, так ничего не выведал. Так это бесполезно, этого никто не знает. Моя задача попытаться. Я думаю, даже тренера еще не до конца уверены, потому что результаты контрольные, всех контрольных публиковали, все видели. Там чемпион, Киля чемпион. Ну, это по последней, да. А до этого он был последний на контрольной. То есть, ну, у нас очень сейчас большая конкуренция внутри команды. То есть, я думаю, да. Задача будет... Считал, наоборот, что не нет, это именно конкуренция вот у нас между собой очень большая. И... Здоровая? Да, ну, конечно. То есть, без этого... Без запрещенных приемов, когда-то были истории, без подсечек. В польской команде кто-то там кому-то ружье портачил, где-то я читал. Нет, у нас все, у нас дружная команда. Конкурируем и учимся друг у дружки одновременно. Скажи, пожалуйста, вот да, если бы я вспомнил за контрольные тренировки, если оттолкнулся от этих результатов, у тебя, по-моему, было на последние там два маха, три. Или даже три, да? Вот. А как ты можешь сказать, что в Стрелково и Баре с такой формой еще в этих лет, где она поставка будет находиться? Ну, я бы не сказал, что Стрелковой формы нет, то есть там на той контрольной не было какого-то такого провала, да, то есть я сделал один рубеж на ноль, три по одному, это... Ну, это не провал, это неплохо, но, понятно, есть над чем работать. И, собственно, этим и занимаемся. Но это не какие-то проблемы, это все это решаем. В Остерсунде этап начинается с... Ну, я сейчас хотел забыть в Остерсунде, или уже не любили? Почему не любили? Нет, я все, в принципе, гонки люблю одинаково, просто, скажем, индивидуально лучше получается. Уверен, если я чувствую именно ходом на ней, ну и стрельба такая, более спокойная такая, да, атмосфера гонки, да, то есть ты работаешь в своем темпе, четко, уверенно, в принципе, она у меня просто получается. Ты за новостями биатлона не следил, там пропускаешь сезон, там составы, там, если да, особо нет. Особо не слежу, ну так, то есть только то, что обсуждаем, допустим, между собой. Хорошо, спасибо. Дима, я тут с Сергеем говорю, починал с тобой, по руках, собственно, пришел. Кому-то товар русского не знаю. Не знаю, просто сказал довести, а кому? Напевно, тренерам, хто там вже давно в Україні не був. То... Ти любиш сало? Я? Час від часу їм. Скажи, будь ласка, як родина проважала з дому? То вони і зустріти особо не встигли, як вже прийшлося їхати. Позавчора приїхалося, вчора вже поїхали. Так. Одну ніч вдома переночував. Так, в основному. Ні, вночі приїхав. А, ти ще добиратися? Да, ну, поки добрався додому, до Тернополя, так, вже прийшлося добиратися і назад їхати. Що привітало мене, що вилужиш в інтернет завтра фотографії, привітало мене з ним народження ще раз, що з ними відсвяткував. Вже майже 20 днів. Але сім'я захотіла привітати, відсвяткувати, що зі мною, то я вже років, напевно, 7-8 з ними не святкував свій день народження.
дочка ще не розуміє, там, що ти є, чи тебе нема. Так, якийсь дядько приїхав, щось привіз. Ні, вона розуміє, що тато, вона вже говорить, тато. Повністю тато не говорить, рік і 4 місяці. Повністю тато ще не може сказати, але перший склад та вже говорить. В скайпу, якщо говоримо, чи по вайбері, там вона бачить відео, то о, тато показує пальцем. А так, що не зовсім розуміє, де я і чого мене немає. Скажи, будь ласка, якщо, давай, знову ж таки, ближче трошки до біатлону, якщо говорити про, я це називаю, передпостерсундний стан, да? Там, якщо порівняти свої фізіологічні та психологічні почуття, ну, ось, і от в цей час, да, там, перед відправкою в Остерсунд, і зараз, відчуваєш щось відповідно? Ні, не відчуваю. Налаштований нормально на сезон. Ну, і, звичайно, є якісь хвилювання. Ти завжди перед початком сезону ти не знаєш, в якій ти фізичній кондиції порівняно з іншими суперниками. Ну, звичайно, перші старти покажуть, і хвилювання зразу або щезне, або додається. Якщо дуже конкретно якісь провали будуть, то, звичайно, треба буде миттєво на них реагувати, щось вирішувати, щось міняти, можливо. От я читав одне з останніх інтерв'ю Володимира Михайловича, він казав, так, він там конкретно пройшовся по кожному, якщо ти читав. А потім він так загально сказав, що ну, взагалі всій команді не вистачає такої, скажімо, впевненості і віри в свої сили, тому що в принципі команда може і повинна додавати. Ну я з ним повністю згідний, що впевненості нам дійсно не вистачає, тому що не вистачає перемоги, появляються перемоги, появляються впевненості. Чим більше ти піднімаєшся на, ну, не то, що на п'єдестал, а чим більше ти в протоколі піднімаєшся на вищі місця, тим більше в тебе впевненість і зразу вже результат росте. Я не можу сказати, що я сильніший від інших наших членів команди. Ні, ну, чесно, от навіть останній контрольний показав, що в нас команда дуже рівна і в нас ходом на 10 кілометрах різниця між першим і шостим – 10-15 секундах. Це дуже щільні результати і я вважаю, команда дуже рівна. Тож моя теза про те, що конкуренції українській чоловічій команді як не було, не вступає, вона може зовсім не вийшла. Ну, я думаю, що це просто… У нас мало, так. Да. Спортсменів у нас мало, а так, якщо взяти цих основних шість, які є, то в нас, я вважаю, рівна команда. Можливо, чому ми там починаємо виділятися один інший на вже міжнародних змаганнях більше виділятися, вважаю, це причина більше в психологічному стані, тому що реально не вистачає впевненості в собі, що ти можеш. А от збирається трошки цієї приснути впевнено в цьому контексті. Ну, важко було б щось сказати. Ти тренуєшся? Ні, мені з ним подобається працювати. Він такий доволі хороша людина з своєрідним відчуттям гумору. Нікого не нудно на тренуваннях, він це вміє їх правильно побудувати і зробити так, щоб нам було цікаво. Звичайно, можливо, це додає впевненості, коли ти розслаблений більше на тренуватися, коли тебе не напрягають, там, не говорять, там, що то от так, да. Так, можна сказати, не знаю. Ти додає впевненості, коли ти вільно себе почуваєш на тренуваннях, і зразу це переноситься потім і на змагання. Скажи, будь ласка, до якого етапу підготуєшся? Я знаю, що там зараз ніхто потрібно не скажеш, але я очікую, що ви за рік до Олімпіади там приблизно кожен працювали. Ну, як я зрозумів з попереднього року, мене дуже настроювало на останній етап, не знаю чого, але щось мене останній, я звичайно, я люблю дуже перший бігати етап, але щось мене почало тренувати на останній етап. Ну, можливо і так, але не знаю, останній трошки більше психологічно, чесно кажучи, навантажено. І це, що ти пристрілявся, розумнявся, потім чекаєш, там, фонсово, ну просто сидиш там, ходиш, дивишся. Гризеш, дивишся, а пацани там то, а вже вони там піднялися, вони що там вони опустилися.
починаєш грати, маєш то зробити, маєш то зробити, психологічно трохи давлю. І перший ти зразу представлявся, розумнявся, пішов на старт, ти навіть не встигаєш думати особливо про те, що там. Та щось не так, ще щось. Що все помилився? Що страшно? Ще можуть відіграти, а можуть і програти. І то перший там трошки найбільше подобається. Так. Наша рубрика 150 штрафних, раніше це була ціла програма, зараз ми вирішили, що це буде лише одна рубрика, оскільки формат трошки змінився, це на радіо Асайн, але, ну, я жалко, але буде ще, ну, не все краще. Але постріляти ми з тобою повинні. Значить, давай, Зуб, попереджаю, що повертає такі легенди, тому що їх майже на виборі. Дивись, в нас вчора був гостя Саша Жир. Ми записували з невеликим інтерв'ю на сайті «Одіє», і от, щоб підігріти рекламу до нього, тобто ми про нього говоримо, щоб люди ще раз там за нього згадали і починали інтерв'ю. Тому питання таке, Жирний до нас приїхав в редакцію на метро чи на таксі? Мінус. Саша з Жирним, Жирний, напевно, на таксі. Діва, 150 штрафних теж є, на метро було безпеки. Чесно. Ні, ну я знаю. Не з Києва, так що, може, не орієнтується. От, значить, я попрацював питання добре. Ще друге питання, але якось ще можна сказати безглуздіше. Номер Юрайса Нітерка. Чи на 5 чи на 3? На 5, напевно. На 5. Попа. Злоп один, так. На 1-150 штрафу прийшов. І ти ж футболом цікавий. Слідкую так, час. Динамо не дивився, треба було спати, чи дивився. Останні два тижні не дивився. В Остерсунді є футбольна команда. Вона в останньому турі, не було 6 листопада, останній тур. Вона виграла чи програла. Я думаю, що в нас мало любителів футболу в Україні, хто запитав, чи вона Швеція дивиться. Я просто пов'язую Остерсунд, тому що... Будемо оптимістичніше, якби виграла. Продула 2-4. Я розумію, що Біла Швеція є такий своєм разом, але... А, до речі, як Динамо? Динамо чи? Вилетіло, тріумфально вилетіло. Так, не можна два послухати. Четверте. По клімату в Остерсунді. В Остерсунді саме сухий місяць. Серпень чи ні? Динамо. Та люди, ні, та люди. Дай Бог, щоб ти стріляв краще. Це люди, вони найсухіші. Здавалося б, відраз, ні, навіть зараз. Там озеро були сповнені. А потім в лютому, так. Потім в лютому, там зараз прийде ще мінус. До речі, я погоді кому якось там, що я буду собою завтра. Маску сказати, там. Вони часто там не міняються. Ну, влаштовуємося, а там вже як стараємося при вітрі постріляти більше. Тобто, якщо є вітрі, погоди у нас не заплановано стрілковувати. Ми стараємося його привести, щоб більше стрілковуватися було там вітрі. В Кенмурі була можливість саме? В Кенмурі досить тут теж вітрі не стріляли, що воно часто стріляло. Там, і мені так задувало. Подивимося. П'ятий пост зошки з розділу передсезонні новини. Хто з чеських біатлоністів пропускає сезон? Його посмерчень хоче дітка. Ландов. Читав. Читав. Я теж тебе дочитав. Бачиш, ми слухали. Я би покарався, що питання придумав, але просто не було часу. Так, дітка Ландова, ти населяв на скільки? На три. Ти на три настріляв. Саша Чорна стріляв. Вони ж для краще, я не стріляв. Так, Саша Чорна стріляв два, є традиційне для тебе бажання, і для всіх, щоб в реальній гонці стріляв. Все, дуже дякую. Дякую. Thank you.
Так получилось в этот раз, ну, я не знаю, руководство так сделало, что, то есть, должен кто-то все равно отвечать, ну, и так решили, что как бы так, я, ну, это, ничего тут нету в этом. Ты самый ответственный. Ну, можно так сказать, ну, на данный момент. Артем, как вот эти два дня прошли дома, я понимаю, что промежуток очень коротенький, дома как бы ничего не успеешь, только не отдохнешь, но насколько вот удалось зарядиться дома на это? Ну, в любом случае... Вы же в предыдущие сезоны заезда таких, по-моему, не было. Ну да, в прошлом году такого счастья маленького не было, как говорится, но это всегда большой плюс, потому что, ну, приезжаешь домой, ты видишь семью, ты, ну, то есть общаешься с родными, ну, с друзьями, то есть действительно, ну, это... Ты чуть-чуть отходишь от тренировок, от спорта хотя бы на день, на два, это, ну, чуть-чуть разрушаешь свою нервную систему и заряжаешься позитивными эмоциями от родных. То есть, ну, погулять с сыном, с женой, провести время, то есть, ну, это... Как это ты провел любом... это время? Сходили куда-то там, не знаю? А сходить особо, как будто, по сути дела, не получалось все время, то есть, какие-то тут съездили к родителям, к одним, ко вторым в гости, ну, и в основном с сыном, с женой, так, такие заботы, ну, и все, то, что необходимо надо было сделать, то есть... Спрашиваю и у Димы, и у мужа, кому там стало, не знаю, там, кому... кто везет, то есть я там везу товарищу из Беларуси, ну, попросил другу, то есть я везу чуток ему, ах, ну, у каждого, то есть у нас друзья есть из других стран. Друзья биатлонистов? Ну, да, а да, да. Из биатлонистов написал? Да, кому? Да, да, Юрий Лядов. Юрий Лядов? Да, да, да. Ну, то есть у них там это не так, там, может быть, просто, ну, то есть все знают, что в Украине сало вкусное, ну, вот, мы делимся. А там, я не знаю, может, переставить Берндали, но ему смысла нет. Он... ну, раз, не такие сильно плотные или хорошие отношения, ну, то есть мы можем поздороваться, там, если где-то что-то, там, спросить, как дела, не более того. То есть нету таких хороших дружеских, как с другими. Это первый такой саулы раньше с белорусами, или раньше тоже попадешь? А, ну, я в первый раз везу, Юра попросил. Не, хотя до этого много раз говорил, Тёма, привези, привези, но приезжаешь домой, ты забываешь, что еще что-то. В этот раз специально поехал, купил, приготовил и не забыл, потому что уже стыдно, столько раз забывал. Даже приготовил, не просто везу? Не, ну да, ну там же его как бы тоже довести, его же надо чуток там посолить, сделать, потому что, ну, он же сейчас в багаже, мы, можно сказать, сутки будем ехать, пока доедем, ну, образно там, то есть надо, чтобы оно не пропало. А все, по биатлону давай перейдем. Да, да. Насколько вообще вот, в плане физиологии, психологии чувствуешься перед первым этапом? Последний сезон ты, ну, наверное, еще... предпоследний не отличался стабильность, да? Об этом часто говорят и тренера, и об этом привел, недавно в интервью Владимир Михайлович Бронзак. Вот Артем Прима нестабильный.
Ну, что касается стабильности, стабильность это, ну, в моем лице, это, я думаю, уверенность и насколько ты готов, в первую очередь, психологически. То есть по себе могу сказать, я не вижу никакой проблемы. То есть, ну, физически, если, ну, ты готов, то можно сказать, на данный момент мы провели сбор в Канаде, очень был хороший сбор, всем понравилось, я чувствую себя отлично, я... Ну, то есть готов выступать, и, ну, я настроен на хорошее выступление. Но что касается, как говорится, в плане не физически, а морально, то есть, ну, это стрельба за это отвечает. То есть насколько, ну, ты собран на определенный старт или на определенную, ну, то есть тренировку. Посмотрим, ну, вроде как бы-то все на данный момент хорошо. Контрольный вроде бы неплохо, как я тебя отстрелял, да? Ну, понятно, что это всего лишь контрольная тренировка. Но... Ну, да, это контрольные старты, это та же тренировка, ну, по сути дела. То есть будет видно, как оно будет в боевых условиях. Но... Посмотрим. В принципе, сейчас готов, ну, хорошо. Главное, чтобы не было никаких заболеваний. Это главное. То есть мы не те спортсмены, которые, ну, так, может быть, нельзя сказать. Некоторые, я знаю, спортсмены могут, вот они заболели, день-два не бегут, через три дня выходят и потом показывают лучшие хода. То есть, у нас такого нету. То есть, если вот я, допустим, или кто-то со спортсменом приболел, то это чуть-чуть надолго, и после того, как ты уже будешь здоровым, ты не сможешь очень здорово на данный момент бежать. То есть тебе надо адаптироваться определенное время. То есть главное, чтобы не было болезни, и тогда, я думаю, все будет хорошо. Вы с тренерами наверняка уже проговаривали эстафетных. Ну, смотрите, на данный момент никто еще даже не знает, кто будет бежать в эстафете. То есть провелась контрольная тренировка и все. Сейчас приедем на место уже в Остерсун. Там уже сделаем 1-2 тренировки, и тренерский состав скажет, кто будет выступать. То есть, готовимся все. Остерсун всегда, вот, скажем так, проклинает за его климатические условия, да, там, и ветра. Вот, ты себя в такой стихии чувствуешь, тебе комфортнее. Есть же ботанисты, да, которые, вот, ему там ветер, там метели, ему будет лучше, чем штили сопли. Ну, я не знаю, это такая штука, я думаю, больше стечение обстоятельств. Кому-то может повезти в данном аспекте, если так разбирать ветер, да. Ну, вот неоднократно такое бывало, то есть за гонку очень много раз меняется, ну, погода, то есть и сила ветра, и там снег, и дождь, то есть все что угодно будет, но тут уже дело какого-то может быть везения, один пришел в ураган, не может стрелять, второй более штиль, стрелял и ушел, то есть, а что касается Остерсунда, ну, мое мнение, каждая трасса по-своему хороша, интересна, и, ну, то есть по-своему какая-то, ну, есть у нее сложности, да, то есть то ли какие-то подъемы, то ли там затяжные, то ли очень они, ну, такие крутые. Но тут все зависит от формы. Если ты готов, то, ну, я думаю, неважно, где бежать, на какой трассе, если ты готов, то будет хороший результат. Главное, то есть, ну, отлично стрелять и отработать на огнем уже. Мы общались с тренером с Алитрой, он говорил о том, что пик форм, ну, в принципе, эта формула действует не только при нем, да. У нас, ну, грубо говоря, вообще-то, что пик форм должен быть на чемпионат мира. То есть от старта к старту команда там должна добавлять. Вот в контексте этого на первых этапах я понимаю, что это очень как бы образно, виртуально, просто на первых этапах тогда получается можно что-то? Ну, я же говорю, тяжело так, ну, ты, естественно, ну, что-то говорить, потому что мы готовимся, в первую очередь, к чемпионату мира, ну, потому что это и для нас, для тренерского состава, для всех, для страны, то есть, ну, главное, чемпионат мира, Олимпийские игры, то есть, ну, главное старты, но, естественно, на этапах Кубка мира надо выступать и достойно, ну, себя показывать, то есть, нету такого, что мы будем как-то, ну, или расслабляться, или беречь себя, нет, мы будем выступать на полную силу, насколько на данный момент мы готовы. Артем, вот мужской команды каждый год ждут шага вперед. Надеюсь, этот шаг будет в этом году. И мы с ребятами, в принципе, каждый год нету такого, что кто-то что-то не доделает, кто-то что-то, я не знаю, ну, там как-то или сычкует, то есть это даже в голове, ну, никто не может вкладываться, столько не быть дома, работать и, ну, заниматься этим делом уже около, я не знаю, 20 лет, да, если так вот, ну, брать, ну, то есть с первых начал, то есть все настроены и хотят только, ну, показать хорошие результаты, но тут уже насколько у кого как получается, будет видно. Спасибо за большое.
Хорошо, может быть там не сразу отвечу, но отвечу, да, потому что бывают разные ситуации. А это, у кого есть Гилин номер? Набираем, где он болтает? Да вот этот Дима звонит. Кто? А, Дима звонит? Или я говорю. Дима, ты набрал Гилин? Сказал, что через 5 минут. Хотя? Через 5 минут будет. Патроны есть? Нет? Надо было уже нет. Прыжками на третий этаж. Обратно перейти. Багажом будете? Да. Пожалуйста, вашу резиденцию, ID-карту. Да, надо, чтобы он вдоль наклей вот так. Да потом. Это будет лучшее пить, лучшее решение. Еще одного человека? Его где-то нет. Где? Ну, оружие пока ставь. Оружие бывает, правильно. Где наша служба авиабезопасности? Деда вам сумка еще дает. Так, это багаж? Это багаж.